Ты все еще пытаешься собрать крутой состав? Или же просто хочешь половить игроков из новой команды недели? Покупай монеты у Алексея Алалаева и Максима Иванова. Отличные цены, быстрая доставка и никаких проблем. Ссылочка на продавцов в описании. Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток! С вами, как обычно, Герман. Сегодня у нас вечер, среда, и, собственно говоря, вышла новая команда недели, которая у вас сейчас появится на экране. Я думаю, что все понятно без слов, правда. Криштиану Роналду, Томас Гутьеррес, герои, за которых стоит побороться. Правда, стоит пооткрывать паки и попробовать их половить. Ну и, конечно же, не стоит забывать про наших тотсов. Ребят, про наших тотсов, которых нереально сейчас продать, но хочется же получить их. Правда, хочется. Сейчас у нас АПЛ-ка. Вот, я тоже ее вмонтирую, потом увидите, во сколько она вышла. Собственно, сейчас эти паки уже должны нам приносить именно этих игроков, именно новую команду неделю и новых тотсов, поэтому я перехожу к пакам. Единственное, я думаю, стоит взглянуть, нет ли у нас промо-паков, не порадовали нас EA, нет, не порадовали, у нас всего лишь паки по 15 тысяч, которые и были, поэтому мы открываем их, друзья. Мы открываем их, и в первом паке мне должен выпасть синий или фиолетовый игрок, и здесь... И здесь Кайседо, ну ничего нового, впрочем, как-то так. Я думаю, что нужно тащить уже какого-нибудь цветного игрока, друзья мои. На самом деле, он меня безумно бесит, друзья, просто безумно бесит. Наверное, вы не понимаете, почему у меня такое сейчас состояние. Он мне просто в последнее время падает через пак. Вот серьезно, не бывает такого, чтобы я открывал паки, и мне не выпал этот Валер. Он меня реально уже заколебал просто. Тотс. Модрич, который тоже будет тотсом, но не сейчас. Сейчас у нас только АПЛ-очка. Я на самом деле больше надеюсь на тотсов, потому что, мне кажется, героя выбить сложнее во много раз. Филипп Лам. Филипп Лам, рейтинг 8-7, это... Ну, скажем так, а-ля Модрич, который выпал несколько паков назад. Ребята, я аж подскочил со стула. Это первый тотс, но... Это не тотс АПЛ-ки. И вообще, откуда ты нахрен здесь взялся, друг? Вообще-то должны падать тотсы, насколько я в курсе, и должны быть тотсы именно АПЛ-ки, а не те, которые уже были на той неделе, и, может быть, я что-то перепутал. Ну, в общем, как обычно, друзья, я мистер Кретин, и сейчас 10 часов по Москве, а тотсы АПЛ выйдут только в 12 часов ночи, и поэтому мы, наверное, вернемся к вами к этому пакопенингу через несколько часов, вот. Так что вот так, ребята, все как обычно. Все как обычно. Вообще, друзья мои, такой покопанник можно сделать традиционным, и я думаю, вы будете только за, если каждую среду вечером мы будем искать новых тотсов и новую команду недели. Вот, и, собственно, это все записывать. Единственным минусом, наверное, будет то, что хреновый свет из-за того, что снимается все в темное время суток. И то, что нам падает самба. Нет, ну и то, что, естественно, я не буду кричать, друзья, потому что у меня все спят, ну и мы не берем в расчет, если мне выпадет Криштиану Роналду, потому что я буду визжать, и никто меня не остановит. Вот так. Там падают монетки, и Фрэнки Лэмпард, который как бы намекает, что пора бы попадать с ребятам из АПЛ-очки. 15 тысяч монет очередные. Очередные скипы из Коста, ребята, Коста, первый тотс, ребята, просто первый тотс. Вот так ночные паки. Я чуть не... У меня аж эмоции полезли, и я уже хотел вскрикнуть. Ребята, это первый тотс. Это первый тотс из АПЛ, и пока что мы подтверждаем
ту теорию, что если открывать паки ночью в день выхода, то определенно тебе будет вести. Вот так. Диего Коста, 93. Интересно, сколько он стоит. А его нет, друзья, на рынке. Его просто нет на рынке, и я не знаю, продать его или не продать. Продать или не продать. Ну вот правда, как думаете? Я думаю, что стоит продать, потому что потом он будет в большом количестве, ребята. Вы уж меня простите, но мне кажется, что 800 тысяч, они не лишние, правда. Чисто по самочувствию, в это время реально приятнее, наверное, лежать в кровати, но... Но сейчас, когда нам падают тотсы, ребята, приятнее все-таки находиться здесь, перед монитором Sony PlayStation и... Собственно говоря, наблюдать за тем, как тебе падает тотсы. К сожалению, этот тотс у меня уже есть в команде, потому что он выпадал во времена, когда выпадали остальной мир, то есть в прошлой неделе. Ну, в общем, Шнейдерлин, вот так. Это второй тотс за PL по-любому. Деваться некуда, может быть, когда-нибудь он нам и пригодится, но второй Шнейдерлин нам ни к чему. Ну что ж, это, ребят, хоть что-то, уже два тотса, даже три, если считать того, которого я поймал в 10 часов вечера. Вот, это неплохое начало. Еще один тотс, и нет, это что вообще? Это как? Это же не за ПЛ? Вообще должна АПЛ-ка падать, но мне что-то как-то выпадает прошлая команда, которая, в общем, падала еще на той неделе, и немножко не то, что я ожидал. Я после последних, кстати, немножко приободрился, и, конечно, я зеваю периодически, но это ничего не значит. Это Валера. Снова Валера, ребята, он меня реально замучил. Просто Валера падает в каждом практически паке. Я потом перезвонил своему другу. Ой-о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 й, ребята! Ребята, это локоть СТшник, и это круто. Это очень круто, это, возможно, даже дороже, чем тотсы некоторые будет. Все говорили о том, что этот парень будет бестить в нападении, и это, ребята, это информ локота. Его нет на рынке, ребят, его в любой момент можно продать, но, к сожалению, стоимость его далека от большой. Я немножко обознался, думал реально, что он стоит дороже. Опа! Опа! Еще один, и снова этот парень ни хрена не из-за поелки. Это, ребята, парень из Селтика. Мне приходит очередное сообщение на телефон. Ну и тем временем, собственно говоря, он мне приносит удачу, кстати, этот телефон. Как только он звенит, у меня что-то выпадает. Я вот не могу понять, что мне больше везет, когда я скипаю или нет. Когда я скипаю, мне везет больше, это Эндерсон, Хендерсон, Шмендерсон, ребята, это АПЛ. Не буду смотреть. Или буду. Хочется и смотреть, и не смотреть, я не знаю, я не буду, все, я не смотрю. Опа! Опа, друзья, это тот, но это Гарай. Это Гарай, который... Уже который год подряд получает очень такую серьезную карточку с большим рейтингом, но, к сожалению, ни хренашеньки не стоит. Ну что ж, это тотс, ребята, это тоже тотс, и это круто, мы забираем его к себе в команду. Давайте отвернемся, что ли, я не знаю. Или не будем отворачиваться. Что же там падает? Локот, еще один локот, ребята, это дубликат. Тео Локота, это еще один СТшник, и я думаю, что его можно продать, ребят. Наверное, это будет таким здравым решением, потому что один у нас уже есть, и куда нам больше, я думаю, что вы на меня не обидитесь, если я выставлю его на продажу. Нужен. Мне нужно больше золота, хочу больше золота. Хочу больше тотсов. Тотсов, Терри. Терри, ребята, Терри 90. Вот это, кстати, очень сильно. Вот это, кстати, очень даже прилично. Это не хуже, чем, скажем так, Диего Коста, наверное, который уже падал нам. Ребята, это хороший тотс. Это то, что мы искали. Так,
конечно, не супер дорого, но давайте посмотрим, есть ли он на рынке. Да, есть, и на него, кстати, ставят ставку ребята. Этот футболист определенно продается. Это круто. Неплохо. Неплохо, информ Адлера. И я, кстати, заберу его в команду, даже не буду пробовать продать. Этот футболист действительно тащер, который может пригодиться в клубе. Адлер. Фабьянский. Фабьянский, это как из рога изобилия, друзья. Просто как из рога изобилия. Дохренище мы уже поймали тотсов, я, наверное, так и назову эту серию, которая выйдет, не знаю, когда, через пару дней. Вот такой вот сумасшедший, друзья, покупанник получился. Я успел продать Лопета и Диего Косту. Это, кстати, самый крутой игрок, которого мне удалось сегодня поймать. Я не скажу, что кроме Косты нам удалось выловить какого-то, я не знаю, сумасшедшего футболиста, но сегодня мы берем не качеством, а количеством. Если брать по соотношению потратил-приобрел, то я, естественно, в плюсе, друзья, и, ну, скажем так, действительно, вот прям реально очень много, реально, как из рога изобилия, сыпались сегодня разноцветные карточки, и я думаю, что покупанник удался, вот. Собственно говоря, на этом, друзья мои, я заканчиваю. Не забывайте подписаться на канал, если вы еще не подписаны, поставить палец вверх, чтобы меня поддержать. С вами был Герман с команды Il Classico, и я желаю вам такого же везения в паках. Пока!